Приветствую вас, дорогие мои! Сегодня мы будем привлекать счастливый случай получением, может быть, какого-то подарка, может быть, выигрыш в лотерею, а может быть, стечение счастливых обстоятельств какой-то для какой-то удачи. В общем, халява. Будем работать с рунами сегодня. И нужно взять какой-то такой твердый носитель, который вы потом будете носить с собой. Это будет изготовление талисмана. Но сразу говорю, что этот талисман делается один раз и после получения удачи. Обязательно делайте в хорошем настроении. После получения удачи его нужно будет либо сжечь, либо как-то утилизировать, потому что он свою силу исчерпает, и необходимо будет изготовить следующий спустя какое-то время. Но это все детали. Мы рисуем с вами руну перт. Можно рисовать чем угодно. Если хотите денег, значит, рисуйте зеленым каким-то фломастером, да? Руну феху и руну вунья. Вот таким вот образом, как это сделала я. Я сделаю фото на заставку, и вы будете смотреть видео с заставкой. Далее мы подносим к губам и говорим оговоры. В моей жизни при помощи данного рунного става происходят неожиданные счастливые события, удача сопровождает меня. Потом нужно три раза подуть на эту формулу. Таким образом вы активизируете, заводите ее, наполняете энергией через свое дыхание. Далее говорим один раз следующий оговор. Счастливый случай, иди ко мне в руки. Но это еще не все. Мы открываем окно и машем в окно, активизируем уже силами природы, да, вот этим своим талисманом. Сильно машем и кричим: халява ловись, халява ловись, халява ловись. А затем этот талисман носим с собой до возникновения счастливого случая в вашей жизни.